Я тут. Может, приглашение придет. Следи. Ты тут? Все тут, ребят, кстати. Да. Да, чё, они зовут? Ну, он спросил, как ваш клуб называется, я так понимаю, да? Пока ничего нету. Все прислали. Ну, погнали тогда. Это тур, да, вот? Да, да, ребят, тур. Это самый настоящий тур.
всем удачи. Орел. Бот один, так, да? Они выходят, они выходят. Да, выходим. Все. Тоже. Что-то рубит меня, блин. Это хорошо. Надо проснуться мне. Гоу-гоу. Так, не сколько. Блять, он спиной повернулся, ребят, сори. Не ожидал. Нормально, попожарили немножко, нормально. Головой. Давайте, помните, да, верхний фланговый, уходи в защиту. Передавайте боцману. Нет, не боцману, а это. А кто у нас был? Правый фланг, Тугарин. Да. Тох, подходи к нему. Боцман между нами. О, обидно. Так, ребят, на серп. Я на серпе останусь. Блядь, там бот пошел, что ли? Ёп, назад, Кость. Хорошо, Орел, правильно. Там немножко ты чуть не потерял, блин. Сейчас Тугарин назад, ребят. ПЗ тоже назад. Ром тоже назад. Кость, ты там впереди, Кость, я сзади.
передавай, передавай, Тугарин, передавай на меня, на Ерил. Ага, на Андрюху, да. Тугарин, а ты назад, максимум. Пиздец, чё за хуй. Я скидывал, я не знал, что я так мяч приму, блядь. Пиздец, парни. И вратарь не взял их, не ебать. Бать, меня лагает, чё за бред? Блять, я выключу трансляцию, ну, блять, не знаю. Сейчас, ладно, до второго тайма дотерплю, если. Боцман швыряй туда. А, нет, подожди, давай. Попробуй стенку через фланг, ребят. Стенку вот через желтого на Тугарина. Через желтого на Тугарина. Тоха, борись с этим вратарем до последнего, а тут что-то странно, что он не взял тогда мяч. Нарушили, что ли? Ребят, дальнюю возьмите, Андрюш, там Рома. А, Андрюх, ты возьми, Рома, стенки. Ну, я вот этого ближнего. Не знаю, какой он, высокий, не? Вроде да. Попробуйте на Рому передать. Попробуйте, Рома, ты кинь, попробуй на серп. На серп. А Андрюха, ты его прикрой сзади. Все, ладно. Ром, уходи. Уходи, Рома. Пусть они что-то там придумывают. Угловой, да? На Андрюху передавайте. Ром, максимум назад, пока треугольником не буду рисковать. А это Тоха с Серегой. Эрил Светлов. Ну, давай, да. Ну. На фланг. Ну, так тоже ладно. Хорошо. Не знаю. Ну, 1-0 по-любому, блядь. Ну, вам не забивать пустые вещи. Пиздец, вы сказали да, и у меня только тогда Серега бил, и гол был, блядь. Пиздец, вообще жесть. Чё за... Второй темп, короче. Да, второй темп.
Умница. Наш еще, да? Ой, вообще Да, шикарно. да, да. Ха! О, приходится. Хорош, хорош. Кройте, кройте, кому он пас может отдать. Там, ну, немало моментов-то. Ну, эти. Кость, давай поменяемся. На Да, нахуй, блядь. ой-ой-ой. Хорош что-то. Николай, угадай. Русер, блядь, это пиздец-то легенда ворот, нахуй. Это легенда ворот просто, блядь. С 2012 года. Блядь, заебали. Короче, Костя, да, это заготовка, блядь, ну, пиз... Ну, это, блядь. Да я тоже тупанул. Ладно, погнали. 2-0, вы знаете, это, блядь, несчастливое наше число, нахуй. Метров 90. Длинных берите. Я вот этого возьму. Ближнего возьмите, чтобы он не забегал. Хорошо. Да, не получилось. Бля, я не знаю. Где там кубрик? Да пиздец. Блять. Блин, это пас был. Костя, сори. На него, Кость, на него. Попал все. Шанс Ребят, сохранился. второй темп. Цопы, второй темп. Давай, Ромка. Шкодник. Хорошо. Бей! Да ну вас нафиг. Блять! Обидно. Обидно, Хорош. бью, бля, 2 раза, бля, 3 раза уже, наверное. Грозно. Да, Димон выдал, конечно, блядь. Ну, полное доминирование, но это еще не конец, конечно. Так что, продолжаем. Да, сейчас включит FIFA справедливость, блядь, и начнется. Сволочь, повезло ему. Это вам закидывать?
игрой все время. Да. Ебать, я один. Не, я была. Не было офсайда. Ну, ай, Бортман закинул бы мне. Да, нормально. Да, да, да. Ой, сзади. Ай, блядь. Да, ребят, Никсон вообще один, блядь. Вообще, я вот сейчас заметил, реально, он просто один все время, блядь, когда вы в атаке. Почему в защиту пихают? Потому что мне кажется, они много ошибаются. Хера они забрасывают. Ух, орел. Я бы не вешал что-то это, ну там, мне кажется, второй темп был, не? Ну, это выкинуло ихнего, он в офсайде был. Чё за хуйня? Меня лагает, блядь! Блядь! Пизду нахуй! У меня игрок бежит, блядь, вы говорите, выводи мяч, я уже, блядь, около ворот стою, нахуй. Ёбнуться, блядь, я сейчас привезу, нахуй, точно, блядь. Чё ты не играешь с телефона, блядь, а не с домашнего интернета? Не знаю я. Я ж прямую трансляцию, блядь. Телефон скорость выше, чем проводной интернет. Я с телефона всегда играю. У меня 4G плюс, 50 мегабайт скорость. Но у меня дома все. На всю семью 5 от силы. На телефоне 50. Ладно, ребят, еще это. Ух ты. Ой, их двое. Давай, орел. Блять, ты их сейчас дождешься, ты. Во-первых, сблизишь наших с защитниками, еще и сам потеряешь. Ну, ребят, это надо очень быстро разыгрываться. Не надо. Еще вот. Да, они чуть-чуть подвинулись. Да, нормально, они вроде не сильно бегают наши. О, видишь, хорошо как. Никс, попробуй просто сильно на Тугарина. Не в нашу сторону. Лучше на Тугарина. Тугарин, будь впереди игрока, ага. Потому что он сильно не докинет. Думал, чисто будет. Тьфу ты, блядь. Че у них там? Бить кто-то умеет, не? Ребят, еще один кто-нибудь закройте там как-нибудь, блядь, не знаю я даже. Хорошо. Еще один на штангу, еще один, ребят, кто-нибудь, Эрил или кто-нибудь там, или Тугарин, кто-нибудь встаньте. Ничего, вставай. Ребят, 90 вон второй ушел, Никсон. Ладно, давай на него, Никсон.
Гагарин или там, да? Чугарин. Хорош, Кость. Да, что-то у нас Значит, покидал. правый фланг играет. Да, если что, Ну, как ты забросами. говорил, чтобы они вперед не бегали. Да, поставь все-таки еще. Угу, поставил. О, оборотчик. Блядь. Хуя он скидывал, что ли? Да ё-моё. Шкодник и Серега сильно прям это не увлекайтесь вперед бегать. Пихай по попа. Вижу, вижу. Я попробую выбить. Пеналь, блять, сука, нахуй. Конченый, блять, Олсен, блять, второй пенальти, нахуй, за пизду, нахуй. Да зажали они меня, бесит, блять. Тащи, кипер, нахуй. Сука, нахуй, не лагала меня нихуя. Да зажали, блять, паника ебаная, нахуй. Мой. Если что, Тохи, пихайте, ребят, они все в нападение поперли, короче. Шкодник и Серега, откройте второй темп. Пихай, Тохи, пихай. Пусть бежит. Нана, хорош. Так, Кость, не знаю. Давай, ты останься. Да, 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 да. Кость назад, Кость назад, Кость. Фланги, Айрил, Андрюха, тоже возвращайся. Фланговый, все синий, боцман. Ага, все. Не, мы еще один сейчас забьем. Блять, сейчас.